Всем привет. Там собак сегодня поназбивало целую кучу. Поедем вытаскивать. Ну вот сейчас едем за первым. Забираем, везем к врачу и назад на ветсанчасть сюда, на стационар. Так что работы сегодня куча будет. Абонент, не абонент, абонент, не абонент. Прямо за въездом или в сторону Киселёвки, то есть прямо вот возле дороги. Она возле церкви лежит или возле кольца? Не-не-не, прямо возле проезжей части. На Россовском шоссе, это ж Россовская, да? Недалеко от кольца. В сторону Селифоновского кладбища сбита восточноевропейская овчарка, сучка, вот, уже умерла. Бывает такое, что, как его сказать, выезжаем на выезд, а уже спасать некого. Просто, я так понимаю, не успели мы сегодня никого спасти. Вот, но едем на следующий выезд. Здесь возиться уже не будем. Почему? Не труп этот убирать. Потому что сейчас, пока будем с этим возиться, еще кому-то может такая же ситуация прилететь. Поедем по следующему адресу. Кто вообще за рулем, как можно чаще обращайте внимание на вот эти вот моменты. Если собака где-то находится в лежачем состоянии возле обочины, то обратите внимание, ну, в каком состоянии эта собака. Может быть, ей требуется помощь. Потому что были такие случаи, когда собака на обочине лежала по трое суток, на жаре, под дождем, то есть, и никто со всего города не обратил на это внимания. Все люди проезжали мимо и все, а ей помощь требовалась. Есть адрес следующий. Едем. Сейчас. Сейчас мы подъехали на авторынок, должна была быть раненая собака. Но ее, к сожалению, на месте нет. Куда-то сдернуло, как говорится. Приедем завтра утром, постараемся приехать. А сейчас, чтобы время не терять, у нас дорога дальняя, это в Ельнинский район, это 100 с лишним километров отсюда. Там собака находится в доме у людей пострадавшей, а сейчас поедем забирать ее. Сразу взять или так его на руках дотащить? Его я так на руках нашла. Два раза попала под машину. Там, наверное, по перелому на все. Не знаю, только передняя, то есть лапа. И лежала постоянно возле школы. Тут-то дождь пошел, и жалко мне было оставлять, и я решила ее там отнести. Так что, а потом искала как-то, может, Ельник кто бы, что, ну, чтобы откликнулись никак, и обратилась к вам. Совсем тяжелая. И сегодня я у нее клеща вытянула. Да, ну походу у нее еще перекрузнулась. Скорее всего, сейчас посмотрим. Зайка, сейчас. Бублик хороший. А он похож на этого, на нашего, помнишь? Угу. Снежок, да? Ну, собака красивая вообще. Снежок. Дело было так, что он пришел 2 недели тому назад и ходил около магазинов, туда-сюда. То есть дети, ну, вначале не обращали внимания, а когда, то есть, произошло, что его сбила машина, он постоянно стал быть около машины, вот возле школы, точнее. И дети к нему рвались, но учителя как бы не допускали, мало ли, инфекции или еще что-то. И вот они его назвали Бублик. И когда я его принесла домой, у меня самой трое детей, и, то есть, они были рады, что Бублик оказался у нас. И маленькая моя даже плакала. Его быстро заберут, я думаю, такого красавца.
все это, и скорее всего, я буду забирать. Ну, смотрите, если дети... вас здесь не обижают, то мы его привезем сами дети потом. Дети и мои дети ждать будут. Ну, все хорошо. Ну, будем ждать. Потому что он быстро дом найдет, такой красавец, на самом деле. Ну, если уже его вся деревня тут знает, любит. Полюбили. Мы же дом не нашли, на домах номеров нету, а женщина спрашивает, говорит. Я говорю, да собака там ранена. А, собаку знаем, говорит, ранена. Ну, вот. Все, счастливо. Выходи давай. Ну, да, водичка тут нас. Вставай давай, ну. Мне кажется, он на бублика не похож. Ложись на пол, жарко. Это тюбик, тюбик всех проверяет сюда. Тюбик, иди сюда, тюбик. 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 Тюбик, засунь мордашку сюда, проверь. Да, тюбик всех проверяет. Кто там? Кто там приехал? Да, не, хороший, хороший. Прямо очень хороший. У врача выходной, в воскресенье, понедельник выходной. Только во вторник мы сможем операцию сделать. Мы сейчас поставим ему антибиотики. Все, молодец. Антибиотики все равно ему на пользу пойдут, потому что лапа гниет. Тут вроде как гной чуть-чуть. Подожди. Ну, говорила, что вылизывает, с дырочки гной идет. Лапа загнила, потому что уже как минимум неделю у него лапа сломана. Вот, сейчас антибиотики проколем ему и на операцию во вторник. С миру по нитке. Первая в России бесплатная медсанчасть. Молодец, Бобик. Таза есть. Таз сломан, может. Ну, может быть, да. Было такое красное. Ну да, он ссадина, здесь ранка какая-то была. Есть непроизвольное мочеспускание, есть неврологический дефицит. Ну, спинальненький, да, вот знаешь, такой спинальненький. Из этой группы что-то может быть. То есть травма могла быть в области поясницы, крестец, таз, вот этот участок. Отсюда неврологические симптомы, дефициты. Ну, поначалу не проявлялся, он хорошо бегал. На задние лапы, да? В походке это не отражалось. Угу. Бублик, осторожно, бублик. Хорошо. В общем, что имеем? Болевой синдром в области таза. Значит, надо сделать рентген в области таза. Собака выздоровела, просто лежавшая в операционном боксе. Лапа выздоровела, но проблема с позвоночником. Вот, я вижу, вот на этом снимке хорошо видно. У него вот перелом и трещина в крестцовом отделе справа и слева. Что, оба таза сломаны? Крестец, крестцовый позвонок. Крестец, вот он участок. Ага. И поэтому я вот нажимаю, у него боль как справа, так и слева, вот здесь. С обоих сторон. Да, перелом крестца справа и с левой стороны. Конечности целые,
таз целый, а вот именно крестец, крестцовый позвонок, с двух сторон, вот он сломан. Видимо, может быть, удар какой-то был по спине, и из-за этого вот у него, может быть, со временем просто произошел отек где-то сдавливание нервных окончаний, и отсюда вот неврологический дефицит у собаки присутствует. И при осмотре ощущается болевой синдром. Вот на снимке мы как раз увидели, да, что у собаки, вот, а причина вот этой хромоты и боли – это перелом крестцовых позвонков, справа и слева. Вот такие дела у нас. Постельный режим, и в течение месяца этот позвонок сам по себе срастется, как справа, так и слева. Смещение незначительное, но так как вот здесь проходит с внутренней стороны седалищный нерв, поэтому может происходить вот такой неврологический дефицит. Вот большой мочевой пузырь. Это говорит о том, что полноценное упражнение не происходит. Такое очень часто бывает именно при травме позвоночника, что, собственно, мы и нашли. Отсюда вот, так, вот это вот мочеиспускание под себя неконтролируемое. То есть чуть дернулся, пошевельнулся, мышцы сработали брюшного пресса, или даже можно просто надавить, и он пописывает. То есть обязательно вот это вот мочевой выдавливать вручную. То есть массаж надавливаем 2 раза в день, чтобы он писал. Обязательно, чтобы не было осложнений каких-то с мочевым пузырем, потому что может развиться какой-нибудь уросепсис, инфекция разовьется, пойдут на почки, будут болеть почки. Поэтому атония мочевого пузыря – это как следствие травмы позвоночника. Прописали покой, лечить дистрофию, и через месяц он будет здоров. Так что вот так вот. Первая в России бесплатная медсанчасть, когда с миру по нитке.